чаем, стервещий Хаим покупал. Жил на свете Хаим, никем не замечаем, мол, дешмоты с Хаим продавал. Ой-ой-ой, это было просто удивление, это было просто восхищение. Часто в дружеской беседе говорят ему соседи: Хаим, лавочку закрой. А жена рожает каждый год. То рожает двое, то рожает трое, то рожает обратно четырех. Ой-ой-ой, это было просто удивление, это было просто восхищение. Часто в дружеской беседе говорят ему соседи: Хаим, слышишь, лавочку закрой. Закрой!